В торжественном открытии студенческого общежития при Южно-Казахстанском государственном университете имени Мухтара Уэзова принял участие министр образования и науки Республики Казахстан Аслан Саринджипов. Руководитель ведомства осмотрел пятиэтажный объект, где будут проживать 588 человек, и вручил ключи от первой комнаты двум студенткам четвертого курса. Студентки сельскохозяйственного факультета Кундыз Жумагулова и Мадина Сагидулла приехали в Шымкент из Тулькубасского района. Получив ключи, девушки тут же приступили к заселению. Нам очень понравилось новое здание общежития. Здесь есть все необходимое как для учебы, так и для отдыха. Ну а нам осталось лишь полностью погрузиться в учебу. Тем временем министр образования и науки вместе с акимом области осмотрели здание дома студентов, которое оснащено самым современным инновационным оборудованием. Аслан Саринджипов признался, что новое здание не уступает зарубежным студенческим общежитиям. Мои студенческие годы прошли за границей в Соединенных Штатах Америки. Я так же, как и все, жил в общежитии. Глядя на это новое здание, я с гордостью могу сказать, что и наши студенческие дома ничем не хуже зарубежных. Отметим, что это второе по счету общежитие в Шымкенте, которое было сдано в эксплуатацию в этом году.